такая песня. Это письмо тамбовских рабочих китайским руководителям. В Пекине очень мрачная погода. У нас в Тамбове на заводе перекур. Мы пишем вам с тамбовского завода, любителей опасных авантюр. Тем, что вы договор не подписали, вы причинили всем народам боль. И, извращая факты, доказали, что вам дороже генерал Деголь. Нам каждый день насущный, мил и дорог. Но если даже вспомнить старину, то это вы изобретали порох и строили китайскую стену. То это вы изобретали порох и строили китайскую стену. Мы понимаем, вас совсем немало, чтоб 300 миллионов погубить. Но мы уверены, что сам товарищ Мао, ей-богу, очень-очень хочет жить. Но мы уверены, что сам товарищ Мао, ей-богу, очень-очень хочет жить. Когда вы рис водою запивали, мы проявляли интернационализм. Небось, когда вы русский хлеб жевали, не говорили про оппортунизм. Боитесь вы, что реваншисты в Бонне, что Вашингтон грозится перегнать. Но сам Хрущев сказал еще в ООНе, что мы покажем Кузькину им мать. Вам не нужны ни бомбы, ни снаряды, не раздувайте вы войны пожар. Мы нанесем им, если будет надо, ответный термоядерный удар. Мы нанесем им, если будет надо, ответный термоядерный удар. И не интересуйтесь нашим бытом, мы сами знаем, где у нас чего. Так наш ЦК сказал в письме открытом, мы одобряем линию его. А если зуд, без дела не страдайте, у вас еще достаточно делов. Давите мух, рождаемость снижайте, уничтожайте ваших воробьев. Давите мух, рождаемость снижайте, уничтожайте ваших воробьев.